Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смяук, и сегодня мы продолжаем играть в игру Teardown и проходить ее. В прошлый раз мы остановились, получается, на миссии про картины какие-то, опять же, да? Надо смотреть, что там вообще делать придется. Воу, кстати, прикольно. О, так, все. Намного лучше так выглядит. Сейчас я посмотрю, что тут делать нужно. А, ну так я уже понимаю, что тут делать нужно. Все, я придумал вроде бы. Сейчас едем. Вот, прямо. Чуть-чуть сюда пытаемся свернуть. Едем. Заезжаем. Бежим теперь сюда. Залетаем тут через окно. Так, 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 так. Заезжаем. Заезжаем, заезжаем. Заезжаем, заезжаем. Заезжаем, выбегаем. Всё. Легкая миссия, если бы я не забыл там убрать трос, то было бы намного быстрее, но мне в принципе все равно за какое время. Так, все, идем к следующей миссии. Сейчас посмотрю, что это за миссия будет. Так, мы в унитазе своем. Опа, тут что-то появилось. Итак, разблокирована ракета. Ракетница. В общем, вижу тут ящики какие-то, стеллажи появились. Кухня там, может, изменилась. Ну, вроде да, получше вроде. Комната, двери появились. Все, комната, видимо, уже готова. Машина. Да, видно, видно машина. Машина улучшается. Тут были ящики раньше. Так, да, туалет не показывал я вам, но туалет тоже улучшился, вот. Да и вроде все. Не знаю, может на улице что? Даже не знаю. Так. Вот, опять в новостях говорят про ограбление. Вообще очень прикольно сделано. Что это? А, новый остров. Ура, наконец-таки. Новый остров. Сейчас я посмотрю. И будем его проходить миссию на нем. Ну, я, как всегда, пройду миссию, когда пойму, как ее проходить. Довольно сложная миссия была. Ну, я ее прошел и хорошо. Продолжаем. Так, что-то разблокировано. И игра нам показывает, у нас тут какие-то контейнеры появились. С пшеницей. Или не знаю с чем. И, кстати, смотрите. Вот этого домика либо не было, либо его починили. Ну, прикольно, прикольно, очень. Очень классно. Пойдем посмотрим, что у нас там с машиной. Как раз. Ну вот, смотрите, она почти готова уже. Дали $1000. И ничего себе, у нас тут кресло, конечно. Идем, смотрим. Миссии, точнее, улучшения. Сейчас будем улучшать. Все. Мне не хватает планок обычно. Поэтому улучшу планки. Улучшу количество патронов тут.
Так, улучшаю тут еще что-нибудь. И все уже. Ничего больше улучшить нельзя. И нам пишут миссия, скорость. Какая-то миссия скорость. The speed deal. Так. Хорошо. Сейчас нужно будет гонки устраивать. Продолжаем. В общем, кое-где. Едем сначала сюда. Ой, просто проезжаем вперед. Вот так вот. Потом вот так и сюда. Пам-пам-пам. Вот и все. Первая готова. Вторая готова. Третья готова. Mission complete. Вот и все. Легчайшая миссия. Еще четвертую миссию сделаю. Тут нужно утащить сейф. Это будет сложно, но выполнимо. Поэтому будем сейчас утаскивать сейфы разные. Но пока я иду вообще и уже для вас снимаю четвертую миссию за видео одно. Ой-ой-ой-ой. Ё-моё. Доношу последний сейфик уже. В принципе, миссия несложная. Времени много тратит. Но сама миссия несложная. Вот, все сейфы сейчас у меня тут уже. Все, бросаем миссию. Ой, какую миссию? Сейфики. Подождите, хочу. Хочу слишком рекорд поставить. Не знаю, только я до этого додумался. Или нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. За 10 секунд все сейфы выбросил. Как тебе такое, тирдаун? Все. Прошли миссию. Супер легкая. Ну, даже времени не сильно много потратил. А тут у нас 2000 денег. Класс. Говорят то, что... О, боже мой, как он это сделал? Так. Ладно, сейчас поулучшаем что-то. Сначала подумал, что это труба какая-то. Планки. Улучшу. Потом улучшу я что-нибудь уже до конца. Хотя даже не знаю что. Ну пусть вот это будет. Бомбочек побольше. И планочек побольше. Всем пока. Ждите новых видео по Тирдауну. Мы уже на него почти прошли. И потом будут другие видео по другим играм. В общем, не отписывайтесь, наоборот, подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!